Никто не видит и не начинает думать о системной проблеме, если он неразумный человек. Ему не надо думать. Он должен только действовать. И его задача заключается в действии, для которого он должен выбрать метод и средства. А еще лучше, если он просто выберет инструмент. Он должен интуитивно выбирать инструмент, говорят все. Не надо думать. И когда вы приходите, устраиваете на работу, и вы говорите о том, что вы хорошо думаете, от вас отказываются. Говорят, нам не нужны те, кто думает. Нам нужны те, кто будет выполнять поручения. С этим я столкнулся на прежнем месте своей работы. Мне сразу говорили, да не надо думать. Что мне твои проекты, проектные предложения там все? Они никому не нужны. Надо перетащить столы и стулья из одного помещения в другой. Вот займись этим, господин доктор. Ты один доктор у нас в организации. Я подумал и пошел. Вот. Через день я написал заявление по Америке. Потому что в этот же день меня выселили из моего кабинета, которым я руководил. Вот и все.